Роза – признак красоты и любви. Астра – символ жизни, а тюльпан – обновления. В преддверии Дня народного единства студентам рассказали, какие народы проживают в Самарской области, что они едят, празднуют и какие орнаменты украшают национальные костюмы. В городской библиотеке имени Крупской прошла этнографическая игра народов «Много, страна одна». Сотрудники библиотеки, они в игровой форме, с помощью презентаций, видеороликов, они объясняют и показывают, как должны выглядеть традиционные народные костюмы. И, допустим, в формате викторины сами студенты, они могут отвечать на вопросы и тем самым запоминать информацию намного лучше, чем просто в формате лекции. После теоретической части – мастер-класс. Ребята смогли своими руками создать национальные костюмы с тем орнаментом, который пришелся по душе. На базе Центральной городской библиотеки Крупской проходит много мероприятий. Мы работаем с разной аудиторией. Это и взрослые, дети, подростки. И, конечно, для каждого возраста мы стараемся найти что-то интересное, уникальное. Через различные интерактивные формы мы объединяемся, мы общаемся, мы знакомимся с многообразием культур России. Такую же игру планируют провести в рамках акции «Ночь искусств», которая пройдет по всей стране в субботу, 4 ноября. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.